Я могу порекомендовать обучиться абсолютно каждому человеку, потому что как бы волшебно это все не звучало, да, какие бы чудеса мы в тета-хиллинге не видели, как бы они ни проявлялись, это может делать абсолютно любой человек. Абсолютно любой. Нет человека, который не мог бы исцелять. Более того, исцеляем не мы, а исцеляет та энергия, через которую происходит это исцеление. А эта энергия создала абсолютно все, да. То есть кто-то это называет Богом, Аллахом, Шивой, Буддой, кто там во Вселенную верит, кто-то в космос, я не знаю, кто-то в волшебную вилку или там в какой-нибудь чудотворный стул. Это не важно абсолютно. То есть самое главное, что вы верите во что-то, что создало все, да, что может все. И вот эта вера, это и есть та энергия, с которой мы контактируем в процессе тета-хиллинга, да, сеансов тета-хиллинга. И эта энергия позволяет исцелять. То есть фактически это не человек исцеляет, а исцеляет энергия. Да? Мы являемся просто проводниками. Но человек может сонастроить свой мозг в тета-волны, которые легко контактируют с этой первой энергией. Мозг есть у абсолютно любого человека. Если у вас есть мозг, значит, вы способны к обучению, значит, вы можете также организовывать исцеление. Вот, и в тета-хиллинге есть основных три курса на данный момент, да, это базовый курс, продвинутый, совсем недавно можно было проходить базовый и продвинутый, этого было достаточно, но по наблюдениям я могу сказать, что после базового и продвинутого люди не умеют проводить раскопки. То есть качественно проводить раскопки, есть такое понимание раскопка, да, в тета-хиллинге, это, другими словами, это проведение сессии. То есть человек ни с собой потом не умеет нормально работать, ни с другими людьми. Да? И именно поэтому институт тета-хиллинга, который находится в Америке, они ввели новое правило буквально не так давно, что теперь важно проходить три курса. Это базовые, продвинутые и глубинные раскопки. Курс глубинной раскопки стал обязательным с недавнего времени. То есть без этого курса на более узкие специализированные курсы вас не пустят. В тета-хиллинге есть более 20 курсов, которые позволяют работать, например, отдельный специализированный курс по семейным отношениям, отдельный специализированный курс, например, по здоровье, отдельный специализированный курс, например, там, по финансам, по исцелению бизнеса, ну, очень-очень много курсов разнообразных, на них невозможно пойти без сертификата базовой продвинутой глубинной раскопки. На курсе глубинной раскопки вы обучитесь тому, как очень эффективно проводить сессии себе, проводить сессии другому человеку, как работать с различными чувствами там, и состояниями, да, с обидами, со страхами, не говоря уже о системах убеждений, на которых удерживаются все вот эти вот чувства и эмоции, а также с различными заболеваниями, болезнями. Ну, то есть очень много информации, без которой невозможно эффективно работать на более профильных курсах. Более того, невозможно работать ни самому с собой, ни с другим человеком. А знаний с базового и продвинутого курса для этого недостаточно. Есть люди, которые хотят пойти только на базовый курс. Вот этого я вообще не рекомендую делать, потому что, пройдя только базовый курс, это подходит, наверное, только тем людям, которые просто из любопытства идут и не планируют потом ни с собой работать, ни с другими людьми, что вот они просто проходили мимо, решили зайти, узнать, что такое тета-хиллинг. Естественно, базовые представления о тета-хиллинге вы получите, но практической частью вряд ли вы будете владеть в полной мере. Да? То есть поэтому рекомендуется проходить базовые продвинутые глубинные раскопки. Все остальное это уже на усмотрение.